Большинство жителей России в ближайшие 5 дней смогут не ждать традиционных январских морозов. Ведь почти вся страна оказалась в аномально теплом режиме. Отклонение от климатической нормы порядка 12 градусов. Несмотря на то, что водоемы Тверской области не покрылись льдом, крещенские купания не отменят. Как будет обеспечиваться безопасность в ночь с 18 на 19 января, рассказали спасатели. В Верхневолжье планируется подготовить 41 место в 24 муниципальных образованиях для проведения крещенских купаний. В ночь с 18 на 19 января обеспечить безопасность будут 472 человека личного состава, 154 единицы техники и 13 плавсредств, в том числе от МЧС России 41 единица техники и 145 человек личного состава. С каждым специалистом проведены дополнительные инструктажи по оказанию помощи при нештатных ситуациях на водоемах. В этих местах будут дежурить как представители администрации, представители МЧС, спасатели, ГИМС, общественные организации, сотрудники полиции, здравоохранения. Уже силы и средства, да, будут выставлены находиться в готовности, да, до начала службы. Но в тех местах и в тех муниципальных районах, если это, ну, процесс освещения воды будет раньше начат, естественно, силы и средства будут выставлены заблаговременно. Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам ответственно отнестись к собственной безопасности, не купаться в несанкционированных местах, ни в коем случае не отпускать несовершеннолетних детей одних в период празднования торжества для совершения священного обряда. Во всех муниципальных образованиях будут находиться подразделения. Они приведены в повышенную готовность. Мы понимаем, что в условиях такой аномально теплой зимы возможно еще и несанкционированное купание, поэтому все районы приведены в повышенную готовность и готовы к реагированию на различные ситуации. Палатки для переодевания и обогрева граждан будут выставлены от МЧС России по Тверской области в Твери, Западно-Двинском и Калининском районах. Во всех муниципалитетах будет осуществляться патрулирование возможных незаявленных купель с целью недопущения несанкционированного выхода к воде.